WhatsApp я получил интересное письмо. Ну-ка. Ой, у меня есть проблема, друзья. Я не могу перекидывать сюда, было бы сэкономлено время. 10:58. Давайте послушаем, кажется, вот это. Внимание. Спасибо большое. Стараюсь смотреть ваши вебинары. Работаю массажистом с детьми-инвалидами, поэтому очень много свободного времени у меня нет. Но сад очень люблю. Саженцы ваши, когда получила весной, ну, я своим глазам, конечно, не поверила. Они прекрасные. Они были очень живыми, здоровыми, такими крепкими. Мы в Маслянино у нас таких саженцев никогда не видели и, наверное, не увидим никогда. Поэтому вас благодарю за то, что вы мне ответили. Я их раскопала просто и увидела. Вижу, что одну яблоню подожрали. Большую, мою старую яблоню. Ну, там вообще в круг. Ну, думаю, пойду абрикосы полезу, посмотрю. Раскопала. Ну, вот, один пострадал, получается, абрикос. Посадила я на пологий холм, так как вы рекомендовали. Сейчас я сфотографирую. Если вы ничего не увидите, вы только увидите, что в круг. Сгрызли они все, потому что там снега еще очень-очень много. Ну а весной, конечно же, я сфотографирую. Если хотите, я могу, конечно, и сейчас снова сходить сфотографировать. Но там будет сложно понять, как он растет, потому что там снега кругом очень много. Еще переживаю, может быть, зря я раскопала. Снега может завалить обратно все, как вы думаете? Завалить обратно – это отдать мышам на съедение. Я вам ответил как. Пожалуйста, не только раскопайте, раскопайте все остальные. Я надеюсь, только один абрикос съеден. Но даже если, как вы говорите, он съеден в круговую, в принципе, абрикос, который растет на холме, так, а значит, что минимальное время находится под снегом, да вы еще лопатой поработаете или поработали, значит, главное избежать выпрямания. Потом дайте ему, вообще не подходите к нему. Вот объеденный мышами, круговой, все. Не трожьте его. И не трожьте еще месяц-два. Вы посмотрите, что от корней пошли побеги. Да, как что-то потеряли, вместо там штамба получили, куст сразу кустом пойдет. Но у вас посажено изначально правильно, на пологий холм. Значит, даже этот съеденный полностью, а некоторые в отчаянии просто убирают, считая, что это, они не знают, что именно абрикос обладает огромной восстановительной способностью за счет корней. Да, вот такие отростки не дает, но обязательно отнизу пойдет. Ну и я опять же подсуетился. Вот если вот сюда заглянуть, кажется, фильм уже тут. Ну-ка. Кажется, кино уже тут. Так, корневые отводки для абрикосов. Да, вот он, кино уже. Вот, пожалуйста. И самое главное, я вас прошу. Вот они 600, там где-то 700 просмотров, 400. Мало, мы так в стране порядок не наведем, да? Вот. «Обучить выживанию детей». Поверьте, важнейший фильм. Не трудно же сделать вот так. Копировать адрес ссылки правой мышкой. Ну, пошлите своим друзьям. Врагам пошлите, они станут вашими друзьями. Вот. Только из-за того, что каждый из вас посмотрел, да, ну, 700 человек – это много, через месяц будет 1000, а в стране 23 миллиона только дач. Вот так вот. Пожалуйста, помогайте мне, помогайте стране. Вот. Нету, больше нету в России никто. Латинкова нет, толкового человека с толковыми фильмами. Нету. Боднару так ученые не приезжали и вот так вот, так сказать, с блокнотами вот так вот его мысли не записывали. Нет, этого не было никогда. Так и ушел из жизни, зная, что он уникален. Вот. И Латинков, по крайней мере, в моих словах, в моих устах, я про них говорил, выдающийся, гениальный. Уже это знаю, и, конечно, душа обида.
ушли и никому не нужны. Вот. А я, конечно, среди своих, но нас так мало. Пожалуйста, просьба. Ну неужели трудно? Ну ведь есть 5-10 этих. У кого-то и сотня электронных этих. Ну разошлите вы эти самые. Как выживать детям? Как приучать их к труду? Как, ну, а это там, где нет этих самых, абрикосы не могут расти, груши не могут. Стержневые корни очень глубокие. Ну так давайте их садить на яблони, на сливы, на вишни. Даже персики можно посадить. Вон там на дальнем углу, видите, где стрелка. Вот они, персик растет, вот он, прям видно. Уголочку вот тут, вот он. Идем дальше. Хотя я знаю, что никто, как после таких моих призывов, никто ухом не ведет. Но я все равно, это мой долг перед страной, так сказать, чтобы хоть что-то успеть сделать. Вот я уже за троих, за Лутенкова, за Боднара, за себя. Итак, красота спасет, мыши боятся открытых пространств отравленного зерна. Вот, поэтому и вам расскажу, как ты написал это письмо. Вот. Где оно, это письмо-то? Ну, в общем-то, вы поняли, что мы об этом говорили. Значит, возвращаться не будем. Значит, открытое пространство и отравленное зерно. Без этого хотя бы 5-7 лет первых, а там уже можно не бояться.